Парагвай последовал примеру Гватемалы и США. К концу мая он обещает перенести свое посольство в Израиле с окраины Тель-Авива в Иерусалим. Об этом объявили представитель правительства этой южноамериканской страны, а также Министерство иностранных дел Израиля. Статус Иерусалима – это один из самых острых вопросов ближневосточного конфликта. Израиль считает священный город своей неделимой столицей, при этом Палестина претендует на его восточную часть и собирается сделать ее столицей своего будущего государства. До недавнего времени остальные страны мира сохраняли нейтралитет и официально называли столицей Израиля Тель-Авив. Первым на сторону Израиля встал Дональд Трамп. В декабре прошлого года он признал Иерусалим столицей Израиля, а также объявил о переносе посольства. В марте этого года его поддержал президент Гватемалы Джимми Моралес. Парагвай стал третьим. Это вызвало резкую критику со стороны Палестины и всего ближневосточного мира. Решение Парагвая перенести посольство в Иерусалим – это следование позиции Америки. И это нарушение прав палестинцев. Правительство Парагвая сообщает, что президент страны Орасио Кортес планирует совершить поездку в Израиль 21 мая. Между тем, новое посольство США открывается уже 14 мая. В Иерусалиме выбрали подходящее здание, а на улице перед ним установили указатель. Я шла на занятие и увидела указатель на посольство США. Думаю, замечательно, что США переезжают в Иерусалим. Рада приветствовать их в нашем районе. На церемонии открытия будет американская делегация и, возможно, сам Дональд Трамп.